А ну вы чё, прикалываетесь? Естественно. Чё происходит? Происходит. Блять, как это всё некрасиво. Десятка моя. Мой сундук. Посмотрим, ребятки, посмотрим сундучок. Как же хочется хороший. Самый большой такой. Ты еблище-то раскатал, я хуяю. Ну какой-то не золотой. 3.80, да что это такое? Вот ради этого мы играли. Не будем лимпить. У меня правда хорошая. Блин, ну такой, конечно, пол. Это жестко. Мог бы пожалеть, блять. Ой! Что это? What the fuck? Блять, вот как против них играть, я не знаю. Не очень хочется. Плюс 2, 4, 3. Ебать, я в шоке, нахуй! Ну, блять! Ну, я не знаю, ну а как тут? 5 пиковые. Приятно. Приятно, попросите получить это незамедлительно. Я даже договорить не успел, как прилетела эта пятерочка пиковая здесь, да? Бля, ну не чек. Ну плиз не чек. Да сука. Блять, мы еще фуллы блочим, да, какие-то. Просто вот так, просто на дуру. Просто на дурака. Да-да, нет-нет, просто погнали, пацаны. Ой, сюда их обоих чек на терни, ребят, поздравляем. Можно не менять название трансляции. Нормально сдали, да, было бы? Против Жапена Жардуева. Международная платежная система Luxon теперь в СНГ. Luxon Pay – это официальный кошелек для депозитов и выводов, который поддерживается 17 румами. Пополнять и выводить Luxon вы можете с банковских карт СНГ либо криптовалютой. Подробности в описании. Валера, понятно. 8. Сколько? 8 просим. 8 просим. 8! Вот он и клип, вот он и клип. 5 баксов. Можно запушить даже кто-нибудь пусть. Ставит улын, будет нормально. Желательно, да. Оп. 2000. Ну давайте. Кто-то по шансам должен со мной поехать. Валет 10, какой-то гадшот с оверкартой. Что-то такое. Здесь просто, иначе я здесь, кроме как пушом, ничего не смогу добиться. Интересно, какой-нибудь сет тут будет или нет. Ну это вообще, конечно, красота. Ну, оп. Блин, ну сет, да, видите. Как бы это. ГГ, что называется. Ну тут позанимаемся ебатнёй.
смотрю на Call of Duty, блять, фу, пиздец, короче, понял, нахуй. Блять, просто, блять. Я второй из шести человек. Здорово, вар-вар. Так, ну это Рек, он должен понимать, что он не может ни с чем колиться. Да пошел ты нахуй, блять! Ты чё, ёбнутый? Ты чё, ёбнутый, блядь? Ты нахуй чё сделал, блядь? Ты ебанушка, ты чё сделал? Какой кол, боже! Ебать, он закалировал! Он короли фалдить, наверное, должен там. Это дамы. 300 ББ стека. Заноси капусту. Ой-ой-ой-ой. Это больно, говорю, только не дама риверам, да? Только не дама риверам. Ой, как хорошо. Ой, не знаю, будете меня, может, идиотом читать, прочекаю. Дамы. Их дело. Это пиздец. Ну, здесь просто допушиваем. Да, мы с пикой. Это 4 бэтпот, понимаете? Ну, профессиональная игра, что сказать. 4 бэтпот без позы. Кол, абсолютный нац. Красиво? Красиво. Не, в натуре класс, но... Заебись. Мартинес неплохой. Мхитарян, да, если будет играть. Так, ну, здесь запушили в 11. Снэп-кол, да, блядь? Король дамы. Чё бы не поколить-то снэпом? Ой, блядь. А, да, на туз 8 он кол нажимает, да? То есть он сидит, эта тварь мёртвая, и на туз 8 кол нажимает. И, ну и выигрывает, чё? И выигрывает. Конечно, выигрывает. Конечно. Он же на туз 8 поделить не может, может, туз. Вот эти помойки. Чё? На туз 8 он пол подкалывает, сидит. Не мертвая тварь, мертвая абсолютно, без негатива. Meanwhile. Ну давай, мне пожалуйста. Блядь, идите вы нахуй, 8, пожалуйста. Ну дай 8, ну пожалуйста, 8, блядь, 7, 8, 7, 8. 8, 7, 5 нам надо, 8, 7, 5. Блядь, ну серьезно, да, тут король ему раздавал? Бля, это пиздец какой-то, ну это какой-то пиздец, блядь. Этого я обыграл бы, естественно, а тут хуйня сидит на тебе, ну ладно, понятно. Ладно, все, хватит на сегодня, то заканчиваем. Так, все, последняя раздача, внимание. Да-да, нет-нет, кол, валет. Нет, шестерка. Да, бет. Шесть ББ, кол. Сюда восьмерка, просто идеальный семерка ранаут. Блять. Да похуй, да? Вообще похую. Или нет? Или да? Да-да, похуй. Погнали. Кол. Дама 10. Все, блять. Ебучий хедзап. Это не мое. Кто не ставит лайки, помните, у того воняют яйки.